Рисунки и мягкие игрушки, картины в технике квиллинг и расписные глиняные сувениры, сверкающие бисерные украшения и замысловатые резные шкатулки – все эти маленькие шедевры, выполненные детьми, можно увидеть в выставочном зале Музея изобразительных искусств. 1 июня начала работу выставка «Мир прекрасного глазами детей». Сегодня у нас действительно необычные мастера, это, можно сказать, маленькие, но уже по-своему большие люди, которые растут и развиваются. На выставке представлены более 150 работ, выполненных воспитанниками Дома детского и юношеского творчества в различных техниках – бумагопластика, оригами, бисероплетение, выпиливание и выжигание. О своем увлечении древним мастерством оригами рассказала ученица Людмилы Дорониной. После того, как я увидела выставку, где был показан огромный лебедь, я все-таки захотела заняться этим искусством и захотела его сделать. После этого я узнала о кружке, что он происходит в гимназии, где я учусь, и туда записалась, и без проблем записалась. Он является бесплатным, то есть любой ребенок может туда прийти. Я училась довольно-таки долго, было сложно, но я благодарна своей учительнице за то, что она была терпеливой, она смогла меня научить именно тому, что она хотела, тому, чего хотела я. Ну и я, в принципе, очень рада, что туда хожу и буду продолжать туда ходить. С удовольствием рассказывают о своих достижениях воспитанники кружка рукоделия Ольги Колоберды. Я занимаюсь на бисероплетении, мне очень нравится, это вообще классно. Меня учитель сегодня наградил, и мне понравилось этот сегодняшний день. Мне очень нравится плести, и это очень весело. Я нахожу там с друзей, они мне иногда даже помогают, я им тоже иногда помогаю, и мне нравится. Учитель сам придумывает все, все скульптуры там, и мы делаем. За старания и фантазию, участие и победы в конкурсах более 100 юных мастеров награждены почетными грамотами. Руководители кружков декоративно-прикладного отделения поздравляют своих учеников и от всего сердца желают всем мальчишкам и девчонкам веселых каникул. Я хочу пожелать всем детям города Черноморска, нашим воспитанникам, весело, с пользой для себя провести летние каникулы, набраться сил и с новыми творческими идеями прийти к нам в Дом творчества. Мы всегда рады видеть вас. Родители воспитанников Дома детского и юношеского творчества с гордостью говорят о своих талантливых детях и искренне благодарят педагогов внешкольного учреждения, которые развивают в ребятах чувство прекрасного. Я хочу поздравить всех детей с таким замечательным праздником – День защиты детей. И также хочу поблагодарить всех наших преподавателей, которые целый год занимались с нашими детьми, уделяли им внимание и вкладывали в них свой труд. Мне было очень приятно видеть работу своего ребенка и также получить грамоту за то, что он проявил свое участие, свое какое-то творчество вкладывает. Может быть, в дальнейшем с него получится какой-нибудь художник. В каждую работу, представленную на выставке, ребята вкладывали частичку своей души. Возможно, поэтому игрушки и рисунки получились теплыми и яркими. Выставка «Мир прекрасного глазами детей» будет экспонироваться в выставочном зале в течение 2 недель.